Привет, друзья! Сегодня мы с вами говорим о том, как заработать, собственно говоря, 5000, не выходя из дома. Какие есть реалии, возможности и, ну, мы понимаем, доллары, да? Как себя реализовать? Мне очень часто такие вопросы задают, и это элементарно. Друзья, если у вас есть хоть какой-то интерес к любому делу, будь то консультирование, конструирование, вышивание бантиком, крестиком, ноликом, мытье унитазов, очень красиво и очень для этого есть реальные рекомендации. Вы можете, друзья, показывать это. Во-первых, вести свой канал. Во-вторых, давать по этому вопросу консультации и не засиживаться на своем месте. Если вы действительно устали сидеть на месте, на котором вы уже находитесь достаточно долго, его нужно сменить. И да, возможно, сложно, возможно, трудно, возможно, страшно, но реально, друзья, я вам говорю, что это все реально. Если вы хотите изменить род деятельности, то это просто то, что реально. Как заработать? На чем? На маркетинге, на товарах, на услугах, на консультациях, на всем том, о чем вы раньше даже и не думали. Вот, например, вы приходили на работу, отсиживали свое время и уходили, получили свои, там, не знаю, 30-40 тысяч рублей, 50-100 тысяч рублей, я не знаю, сколько вы получаете. А сидите вы дома, у вас пришла идея, так возьмите и реализуйте ее, попробуйте дать задачу своему мозгу обрабатывать совершенно новые информационные поля и выдавать другие ответы. Каждый раз, когда вы меняете задачу, задача подстраивается, поверьте. Заработать 5000 долларов на чем? На консультациях – это топ, это YouTube, это ВКонтакте, это Одноклассники. Развивайте соцсети. Если у вас есть любая идея приготовления еды, идея помощи людям с биологически активными добавками, идея витаминов каких-то, идея программирования. Вы, возможно, программист, и вы не знаете о том, что нужно создать свой канал и рассказывать, как это здорово, классно и прикольно, и вам будут платить за это деньги, за ваши консультации. Если вам актуален такой вопрос, то пишите, пожалуйста, под этим видео. И что хотелось сказать, что сейчас непростые времена, да, и мне пишут: Алена, вот как вы говорите, изменить профессию, там, переехать, что-то сделать. Все реально, друзья, я вам называю кучу возможностей, которые мои клиенты просто, ну, вот на моей жизни, на моем опыте просто брали и делали. Одна девочка заработала, по-моему, сейчас скажу, в том году заработала 10 тысяч, не хотела сказать не долларов, а евро. Знаете, на чем? На том, что она продавала свои какие-то вышитые куколки в интернете. И одна куколка у нее там стоила сколько-то там долларов. И эти куколки стали для нее просто каким-то кладезем. Но что нужно было делать? Нужно было развивать соцсети. И она пошла в соцсети и сделала свои деньги. Так что, друзья, когда ко мне приходит с запросом: я не знаю, что, чем мне зарабатывать, я не знаю, вот жизнь такая, я буду есть свой хлеб и свою кашу и буду спать. Нет, друзья, если вы это делаете, то действительно вы можете проспать свою жизнь. Скажите: я хочу знать что-то новое, делать что-то новое и создавать что-то новое. Если вы хотите, то вам мир поможет.